золота бриллианты. И что же это все такое? Из чего сделано? И с чем его едят? Сделано это все из проволоки с памятью. Вот такие рулончики в магазинах, в интернете вы явно встречали. Диаметр поменьше, на этих браслетах поменьше диаметра, я весь израсходовал. Показать только могу вот таким, побольше диаметром. Примерно 3 оборота на браслете. Покажу на своей руке. Правда, она у меня далеко не женская, но ну, уж и не такая толстая. Вот таким образом все эти браслетики одеваются. Очень надежно, кстати, держится. Не думайте, что так слабо, кто не знает. Основа, как я вам сказал, это у нас проволока с памятью. Используются всевозможные бусины. Вот такой тональности собранный браслетик. Вот такой. Вот этот мне очень нравится. Удачный получился браслет. Замечательная тональность. Вот такой тоже. Ну, все хороши. Особенно на лето. Просто замечательно. Голубенький, шикарный. Кроме обычных бусин, я еще использовал вот такие, даже не знаю, как их правильно охарактеризовать, камушки. Маленькие просверленные камушки. Различной формы, естественной формы. Тоже замечательный материал для различных этнобус, браслетов. Кончик здесь просто делаем петельку двойную, круглогубцами закручиваем. Проволока жесткая, тяжело, но в принципе, я думаю, справитесь. И заканчиваем какими-нибудь висюльками. Вот что я вам сегодня хотел показать, как очень просто и легко можно сделать браслетики. Дорогие женщины, девушки, девочки. Ну и мужчинам на заметку замечательный подарок. Очень даже прилично. В интернет-магазине в нашем я выставлю эти браслеты. По цене пока еще не знаю, пересчитаю и тогда поставлю. Заходите в интернет-магазин, смотрите. И сами, естественно, сами, в первую очередь, сами берите в руки инструмент и действуйте. Всем пока и удачи!